Вы знаете, тут как бы, мне кажется, два аспекта. Ну, я этим не болею. Слава богу, мне это не грозит. Не грозит это ни моим близким, слава богу, ни моей жене, ни моим детям. Но есть какие-то вещи, которые приходят. Я, в общем, отношусь к этому философски. Ну, а именно вот эти однополые браки. Ну, когда-то, я уверен, что и в Европе, да, совсем недавно это было, как бы обсуждение, да, этого вопроса было просто невозможно. Сейчас свободно, в Америке так вообще разрешили везде. Но, с другой стороны, там народ, так сказать, ну, кто-то против, кто-то за. В данном случае, мне кажется, что это как бы лавина, эта ситуация, она напоминает некую стену, которую люди постепенно возводят. И спорить с ней, с этой стеной, бесполезно, как мне кажется. Хотя, конечно, ну, кто-то, как это, знаете, в споре не рождается истина, а человек убеждает сам себя лишний раз. Вот, ну, для кого-то борьба, так сказать, с этим явлением, это есть, как это называется, самоутверждение, да, в этом вопросе. Он как бы тем самым еще больше себя убеждает в том, что это так. Вот, поэтому тут для каждого свой подход. Для меня подход однозначный. Я считаю, что бороться с этим бесполезно, но я в этом не участвую.